Коронавирус и ограничительные меры привели с собой и экономический кризис, который коснулся практически всех без исключения. Причем, как оказалось, не только людей. В одном из саровских магазинов обитают сразу 6 питомцев. И теперь, когда владельцы торговой точки остались без доходов, животные рискуют остаться без пропитания. Поначалу, конечно, когда начинался карантин, мы растерялись. Все, что было, отдали на кредиты, там, как я думаю, и другие предприниматели. И то есть остались, ну, без копейки. Сам еще как-то пойдешь, что-то там съешь, но еще куча животных, вот, которым каждый день или не раз в день просят есть. В магазине Елены живут 2 собаки и 6 котов. На корм и наполнители у женщины уже не хватает средств. К помощи животным подключились волонтеры и неравнодушные граждане. Я никогда не думала, что вот такая беда, как карантин, нас всех людей сблизит. Особенно очень в нашем городе. Как бы всегда говорили, ой, город очень такой стеснительный, люди не очень общительные. А мне кажется, люди очень общительные, очень добрые. И, ну, я не знаю, особенно вот наши покупатели, они... Спасибо им тоже, что они не забывают и приходят. Помочь Елене и ее питомцам может каждый. Достаточно купить корм или наполнитель для лотков и принести их по адресу улица Шверника, 24. Все вопросы по телефону +7 910 126 42 08. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.